Для женщины весь мир – одесский двор. Французский рай под местную кабирку. С чего начнется чисто женский разговор? Затеем в голове большую стирку. Треть про чужбинушку, но это, конечно, потом.
Ах ты гадина, старая мачеха. Разве можно ж детей так бросать? Только платье и ситца, да связку пряников с собой дать. Ты же жизнь надо мной издеваешься и хохочешь до звона в ушах. И не жалко тебе меня босую без косынки на волосах? Ты же знаешь, что если так сложится, коль останется этот босяк, не оставлю его и не брошу я, не получится это никак. Я продам свою связку пряников, получу колкий грош, и тут станет босяк как новенький. Эй, как он хорош! Косы свежие, куплю ему валенки и телегу возьму на беду. Заживем с босиком в нашей каменке, как не снилось еще никому. Ты носы, но вся хайтерба. Ты мэтр.